Уважаемые друзья, а сейчас хочу спеть адыгскую народную песню, слегка модернизированную. Адыги, я думаю, вы знаете, во всяком случае старшее поколение знает, это сегодняшние кабардинцы, адыги, живущие в республике Адыгея, и адыги, живущие в Карачаево-Черкесии. Но их пишут официальные черкесы. То есть адыги — это самоназвание черкесов. И прозвучит слегка модернизированная народная адыгская песня, а называется она «Моя возлюбленная». Музыка Елены Шашевой, стихи Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу». Земля в сиянии голубом.
Спасибо, дорогие друзья. Ну, а сейчас произведение из мировой классики, итальянский композитор Денца «На качелях».